Так, все, давайте сейчас начинаем заново. Плюс ты столько сообщений, я все время все теряю, то, что наверху. Да, ты же знаешь несколько языков. Да, я 5 языков знаю. Скажи что-нибудь по-китайски. О, синзэ бужудау шу шума. О, дел тата. О, уман синзэ ляо тяр. Теперь я не знаю, что сказать. Меня зовут Тата, мы сейчас с вами болтаем. Все. Так. Правда, что вы потратили 6 лямов? Ну, там вообще все было от моего лица. Все было от моего лица. Все было от моего лица. Так, красавица, моя Машулечка, привет, моя кошечка. Тата, на тебя так Валера смотрел на лобном. Ты красотка. Спасибо. Знаете, в чем прикол? Я вам сейчас расскажу. Короче, я уже сколько раз Валеру видела. Валера настолько сильно боится мне в глаза смотреть. Я это прям на это обратила внимание. Он прям очень боится мне смотреть в глаза, наоборот, мне кажется. Блин, хочу анонс посмотреть, у меня уже прям все горит, прям хочу посмотреть. Ой, кстати, сейчас свою масочку разрабатываю. Ну, кто же разрабатываю, прям я разрабатываю, сижу, великий разрабатыватель. Заказала, короче, себе маску. Ну, такую вроде как прикольную. Завтра, наверное, покажу. Так, где посмотреть эфир? Ну, эфир завтра будет, а анонс, я не знаю, но, наверное, в каких-то группах. Сейчас мне девочки скидывали, мне так интересно. Валера влюблен в тебя. Ну, то, что Валера меня любит, честно, я вот на 100% в этом уверена. На 100%. Так, торт у нас правда был невероятный, нам его готовил Акзамов, он был очень красивый. У меня просто вкусы другие немножко, я как бы люблю, у меня другой немножко вкус к жизни, и для меня круто, это немножко другое. Вот что-то еще круче там должно быть. То есть и еще, то есть немножко разное. Ну, Валерке очень нравилось. Всегда он говорил, что у нас была невероятная свадьба, что это вообще его любимый день. Он все там так готовился, он все пошел. Я говорю, давай пойдем тебе обувь классную купим. Мы пошли, короче, мы купили туфли Джимми Чу. Это вообще его первый Джимми Чу был. Ну, в принципе, на этот Джимми Чу вообще классный. Он даже не знает, что это, ну, грубо говоря, ему пофигу. Я его как бы такая говорю, вот это Джимми Чу, надо тебе их на свадьбу купить, они там классные. Он прям очень готовился. Ой, сладкая шоколадка, вы такая сладкая, но такая страшная. Пожалуйста, я вас прошу, выйдите, как это, ВК сладкая, которая шоколадка. Я вас прошу. Я вас прошу, идите отдохните. Ты моя любимая. И я. Это Ляля мамина? Да. Ты у меня красавица, да? Mommy finger, where are you? Here I am, how do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do? Little mouse, come to my house. I'm a poor mouse, I have no house, да? Ты масочку трогаешь, носик меняешь тогда? Так, сколько малышки? Малышки только в июле будет 3 годика, пока нам еще и 3 нету. Мама, я за 5. Не нажимай, доченька, кнопку. Мама, так. Так, что будете дарить дочке на день рождения? Я не знаю. Ну, Валера сказала, что типа подарит ей тачку. Вот, ну, а я, наверное...
Ну, я хочу ей купить платье одно, мне оно очень нравится. Ну, блин, это тоже не подарок. Я хочу купить и платье Dolce & Gabbana, и очень такие красивые туфельки, точно такие же, как платье. Ну, в принципе, наверное, не подарок, хотя это очень крутая вещь, но просто, наверное, ребенку не одежда нужна подарок. И так мне придется ей покупать, потому что она должна быть красивая на дне рождения. И так далее, и тому подобное. Ты так крутяшно смотрела, что я бородина была, как серая моль. Спасибо большое. Так. Так, дочь бородиной поет и разговаривает. И что? Что мне теперь сделать? Ну вот я, например, на 5 языках говорю. А ты же на 5 языках не говоришь. Значит, ты у своей мамы дурочка, что ли, тупая? Если ты-то не такая, как я. Ты что, тупая получается? Блин, прости, пожалуйста. Так. Ой, мне наушники. Так. Платье — это не подарок. Но я тоже так считаю, что платье. Поэтому я и сказала, что мне так и так придется ей платье покупать, потому что она будет, должна быть самым красивым у меня на день рождения ребеночка. Так, не ты одна на этом свете говоришь. Не, я одна. Ну ты же не говоришь, получается, ты тупая. Ну все, тогда я передай своей маме, что она воспитала тупую дочь, раз ты не говоришь на 5 языках. Ну мне очень жаль, что тебе придется жить с такой информацией, но как бы, ну вот получается так. Ну ничего. Какие твои годы, да? Тебе же всего лишь там сколько? Тебе еще вон. Сколько лет впереди. Так. Когда день рождения? У нас в июле только день рождения. Так, может, игрушки, если бы у нее подарить, может, тоже можно на день рождения. Ну, у нее так все, что любимое есть, у нее и так уже есть. Так, самолюбование – это грех. Да все грех. И чревел... Что, доченька? Мой маленький.